Итак, народ, всем привет, с вами Герман, и что хотелось бы сказать, я так спонтанно начал эту серию, сразу же с ловли, потому что и в конце турнира я на последнем озере в списке, и, короче, я тут прошарил место такое вообще классное для ловли, и как бы рыба тут клюет очень хорошо, я уже поймал достаточно много рыб, как видите, вот 5 и еще. Я не знаю, как она называется правильно. И рыбы на 400, на 8, на 400 грамм. Вот так вот вообще очень хорошо. Так, и думаю, 1,5 минуты мне хватит добежать, потому что я хочу еще одну рыбу выловить. Еще тут понял прикол, тут надо ловить в толще воды и возле дна. Чередовать, так сказать. Если вы не будете чередовать, то вы не поймаете ничего. Вот так вот. И подергивать удочку, конечно, изредка. Так, все, 1,5 минуты. Лучше выходить. Иначе я не успею добежать, потому что бежать, в принципе, далековато. Все, давайте собираемся. Да, собираемся, так как на настоящей рыбалке. И бежим на базу. Уже все на базу бегут. А, да, хотя что, в принципе, я успею до базы добежать. Давайте уту чисто для прикола. Просверлим сейчас. Авось поймаем что-нибудь. Так, время идет. Я, конечно, зря это делаю. Вдруг я сейчас не успею. Эх, кто его знает. Давайте попробуем. Вдруг сейчас чисто так спонтанно одну рыбу выловим. 40. Мне там, в принципе, 15 секунд хватит добежать до конца. Да, нет. Ой, блин, не клюет. Окей, все, сворачиваемся. Да, уходим, а то сейчас реально. Не хочу проигрывать этот турнир, так как я очень много наловил. Блин, я немного запутался. Я не могу не успеть добежать. А, не, успею. 10-9, вот как раз сейчас успеваю по времени. Не знаю, какое место я займу, но думаю, место 3 точно, потому что рыбу я наловил хорошо. Сейчас вот вы увидите, сколько я наловил. Так, давайте. Оба-на, отлично. Да, как раз так, как я и думал, 3 место. Кстати, можно посмотреть. Вот эта рыба, 5 штук. В принципе, вот самая большая на 436 грамм. Вообще круто просто, так что все чудесно. Давайте теперь с вами половим на этом же последнем озере. Сейчас я вам покажу, как оно все ловится. А, бэк назад. 10 минут это мне достаточно будет. То, что спонтанно так начали видео. Ловил я на вот этой точке респауна. Так что тут будем так же, как и тогда. Добежим, забросим удочку и начнем ловить. Короче, думаю, будет все нормально. Такс. Да, кстати, эти финские два разработчика, они молодцы. Хорошие сделали симулятор зимний. Немного скучноватый, но в целом довольно неплохо получилось. Так что они молодцы. Реально молодцы парни, потому что единственный зимний симулятор. И в чем прикол тут прям? А, ну вы видели, наверное, снег идет, так что видно прям в лунке, когда. Сейчас увидите. Отбежим. Насколько я туда отбегал. Давайте вот здесь сделать. И сейчас вы увидите, как я тягал рыбу. Ну, если, конечно, нам повезет, потому что тут, я так понимаю, генерация каждый раз разная, и рыба клюет по-разному, так что надо быть готовым ко всему. Ага, так, мормышка, как всегда, моя любимая. Вот это блесна. И этот, как он? Мотыль. Это опарыш, а то мотыль. Вот, мотыль. И все. И закидываем. Опля. И теперь остается только ловить. Надеюсь, что повезет. Вот видите, уже начинаются поклевки. Только поклевки тут такие неуверенные, что вообще. Но.
Можно впоймать. Так, давайте. Вот видите, раз, клюнуло. Теперь надо ждать. Сейчас оно еще разок клюнет. Наверное. Видите, я же говорю, так неуверенно клюет. Это рыба. Но клюет. Тут даже ничего не поделаешь. Вот. Первая рыбешка, как говорится, пошла. Да, это не то, что я хотел выловить, но это первая все-таки рыба. 21 грамм. Но тут та была самая большая, 465 граммов. Это хорошо. Ну, вы видели, я вам показал оценку. Так что... Вот еще клюнуло. Надеюсь, тут не будет этот окунь. Окунь. Это плохо, то, что один окунь клюет. Как бы он мне не нужен. Мелочь. Мне нужна нормальная рыба. Так. Еще разок. Ну, видите, оно тянется, реально мелочь видно. У дна ловится. Одна мелочевка. Странно. Ой-ой-ой, нет-нет-нет-нет, вытаскиваем удочку. Надо. Давайте синенького нацепим. Опарыша. Вдруг на него что-то поймается. Импровизация это всегда хорошо. Хотя окуню, я не знаю, ему, по-моему, плевать вообще на что клевать. Ему лишь будет это клевать на что-нибудь. Хотя я могу быть неправ. Так. Не. Не хотит он на опарыша. Все, значит, вытаскиваем. Уже бы клюнуло, если бы хотела. Значит, только на мотыля. Такс. Вот. Вот видите, сразу закинули и сразу поклевки. Давай еще разок. Я уже был готов подсекать. Я молчу для иронии. Так, еще раз. Во, успел. Иногда просто не успеваешь дернуть и, естественно, да, окунь, блин, это все фигня. Это остальные рыбаки, которые сейчас рыбачат со мной, они ловят нормальную рыбу, так что давайте. Так, у меня заканчивается мотыль. Давайте в толще воды попробуем. В толще воды. В толще. Вот, да. Может быть, в толще воды я поймаю именно... Ну, короче, поймаю эту фигню. Так. Поклевочка была, но очень маленькая. Наверное, мелочь опять. Так. Просто реально, мелочь это очень плохо. Мелочь это залог проигранного турнира сразу же. Если она клюет. Так что как-то так. Минусь. Вообще, гляньте, ни одной поклевки нет. Я же говорю, тут оно по-странному генерируется. Иногда можно впоймать на эту наживку, иногда нельзя. Как-то немного странновато, но интересно. Но в любом случае, место мы с вами даже четвертое, походу, не займем. Уж очень-очень-очень мало рыбы у нас. И тем более сейчас мотыль кончится, я даже не знаю, на что ловить будем. Давай. И вообще, не хочется. Так, ладно, проверим, вдруг там мотыля нету. А мы что-то пробуем с вами. Да, я прав. Проверять надо всегда. Угу.
то, что рыба съесть может мотыля. Давай. Снежок идет прикольно. Не понял. Че, ничего не поймал? Обидно, обидно, я вроде дернул, а не подсек. О, сейчас вот успел. Ох, ерша выловили. Что-что, вот ерша вообще я не хотел ловить. В толще воды надо. В толще воды, думаю, нам повезет. Ну, надеюсь, что повезет. Поймать хотя бы одну там на грамм на 300. Давай. Блин, вот тут реально очень тяжело ловить, потому что рыба тяжело ловится. Каждый раз по-разному, надо каждый раз наживку искать, на которой она будет ловиться. Так что это опасно. Окей, давайте вниз спустим. Внизу. Да, нет, нет, не хочет. Значит, все съели. Ели. Давайте попробуем на просто на вот этого опарыша. Вдруг на него что-то впоймается. Я, конечно, не уверен, все на мотыль клевало. Но не знаю, вдруг повезет. И тишина. Жалко, жалко, жалко. Очень жалко. О! Опа! Ну это мелочь, естественно, как вы видите, он вообще вытягивает его без напряга. Опять ёрш. Просто в шоке. В этот раз вообще мы с вами не поймали ни одной нормальной рыбы. Одна мелочь. Ерши, окуня. Они вообще не нужны. Щуку вообще не знаю, как тут ловить. Тут, наверное, щуку очень тяжело поймать. Ну, во всяком случае, не на эту удочку, не на мормышку. А на какую-нибудь нормальную. Так, уже показывает счетчик времени, что нам уже пора бежать. Ладно, давайте сматываться отсюда. Назад на базу и заканчивать эту веселенькую, весело начавшуюся серию и грустно законченную. Да, конечно, обидно, что вот видели, вот на этом же озере я на последнем ловил. Наловил довольно хорошо рыбы, занял третье место. А вот сейчас сразу же пошел на него и вообще не смог поймать ни одной такой же рыбы, которая вот... мог выловить. Обидно, но ничего не поделать. Вот как раз вернулись на базу. Все. Ждем теперь. Да-да-да, я знаю. Счардж. Все. Интересно, что остальные рыбаки поймали. Но остальные, как всегда, кто-то на высоте. Пятое место даже занял. Неплохо. Пятое, четвертое место, это всегда приемлемо. Ладно, всем спасибо за внимание. С вами был Герман. Подписывайтесь на канал, да и ставьте лайки. До встречи.